100 долларов 52 цента. Почти 13 тысяч детей воспользовались выплатой из Национального фонда по программе «Нацфонд детям». Использовать их можно только на две цели – улучшение жилищных условий и на оплату образования. В общей сложности юные казахстанцы использовали 1 миллион 300 тысяч долларов. Напомню, половина инвестиционного дохода Национального фонда раз в год распределяется между детьми и гражданами Казахстана, которые родились в 2006 году и позднее. Снять деньги можно только после совершеннолетия. В этом году заявки подали 12 921 человек. Примерно половина потратила средства на образование, чуть больше – на жилье. Забрать деньги можно через Отбасыбанк или Халык. Чаще всего заявители пополняли этими средствами жилищные сбережения или вносили первоначальный платеж за ипотеку. В банке советуют родителям открыть накопительный вклад на ребенка, когда он еще маленький. За 18 лет на его счету скопятся также деньги от нацфонда, а после совершеннолетия он сможет снять обе суммы. У нас идеальный вариант, когда приходит семья с четырьмя детьми. Мы говорим, половину на образовательный акл, половину на квартиру. И самое главное, что в процессе, пока им исполнится 18 лет, у семьи могут поменяться приоритеты, можно эти объединять вклады.